все понятно. Ну да. Отныне, я думаю, что мы будем выезжать на все места, которые будут обнаруживаться по отношению к преступлениям и так далее, то есть вместе с ОБСЕ, с ООО. Проводятся расследования, пытаются установить ДНК, то есть личность. Там, я не ошибаюсь, там из 9 человек только один или два было опознано, да? Да, по-моему. Да, остальные считаются неизвестными. Наблюдать со стороны, как гибнут мирные жители, наблюдать со стороны... Мы сегодня обсуждали это с миссией ООН перед их отъездом. То есть мы еще не решили, как это будет. То есть они будут либо перенаправлены в Российскую Федерацию, либо комиссия независимая выйдет сюда, сделает этот общий анализ. Это преступление против человечности. Это не преступление военное, это преступление против человечности. То, за что осуждена была гитлеровская Германия. Вот это очень важный момент.